Так, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импалт, а мы продолжаем играть в игру, в которую давно не играли, Epic Battle Simulator 2. Я вам хочу предложить, опять же, свой конкурс, так сказать, ну не то, что конкурс, а просто, может быть, вы хотите против меня там повыступать, посражаться, вот, например, начиная от бомжей, заканчивая гигантом. Ну, сейчас перечислю войска. Бомж, копьеносец, меченосец, викинг, рыцарь, щитовик, арбалетчик, лучник, мушкетчик. А чё? Автоматчик! Это чё, два новых автоматчика? Чё-то новое. Раньше такого не было, ребят. Ну-ка, давайте их проверим. Деле-то. Охренеть, ну-ка. Подожди. Давай-ка еще. Эй, рекламу убери. Я уже забыл, как мне по карте-то тут перемещаться. Охренеть, ну-ка. Давай-ка так сделаем. Оп-оп. И тут 4 на 4. Охренеть, у нас прям какой-то Counter-Strike тут. А, это с мухой, с мухами, пацаны. Охренеть, новые войска. Ну так вот, наездник, слон, пушка. Это кто? Арбалет здоровый. Катапульта. Ниндзя. Камикадзе. Ну, короче, бомбардер и гигант. Ну, вот как-то так. Чё? Вообще шо ли? Чё мне твой Google Play тут? Не вовремя у меня эмулятор тут с ума-то сходить стал. Ой, боже. Не то поймал, так. О, господи. И что-то вот... Короче, ребят. Давайте просто возьмем и перезайдем. Страдает этот буст такси. О, отлично. Ты чё, охренел? Мы ж вроде с тобой подружились. Не удалось войти. Ты охренел? У меня тут интернет вовсю пашет. Ну-ка. Хрень тут страдает. Мы сейчас с вами, короче, пройдем пару уровней. Обязательно пару уровней пройдем. Ну и на этом завершу серию. Напишите мне в комментариях свои войска, которые против меня хотите поставить. Против меня уже один мой подписчик сражался. И это было круто. Я его войска еще, наверное, надеюсь, не забыл. Там вроде было 20 рыцарей и 20 бомбардеров, да? Вроде так как-то. Так, ну что, уровни? Игра с ума сходит, лагать начинает немножко. Так. Опа-на. Стой. У нас тут капец у нас тут. А кстати, чё бояться-то? Мы сейчас возьмем и
Тут наставим. Бомбардеров возьмем. Гигантов двух. Потом еще мы можем взять слона. Анана. А в наливу мы вообще можем поставить эту штуку. И, пожалуй, с калашом возьму мужика. Все, ну чё, в бой. Так, бой у нас вообще начался. Жестокий, так напряженный просто. Отлично, наши разносят. Вон мужик с калашом у нас идет, стреляет. Вау, прям насквозь пролетел. Так. А все-таки я... молоток. Вон у нас еще этот мужик с калашом стреляет. Вон эти еще едут. Короче, мы победили. Next level. Так, теперь у нас тут зима. Ну, это все ясно. Мы сюда одного возьмем чувачка. Сюда тоже двух. Так, на расстоянии. Потом еще на здоровом расстоянии я тут раз, два, три возьму. Потом опять же я возьму свою кавалерию, которая у меня ни хрена не отличается ничем. Я не прокачиваю свои войска. Ну чё, в бой? Скидыщи. Отличный скидыщ. Ой, дураки, куда бежите-то за одним викингом? О боже, давай, бабахай. Отлично. Ну чё, я думаю, что мои лошади сейчас тут справятся с этими паразитами. О, паразиты. Крестьяне. Так, ну-ка, давай, гаси. Ты чё, вообще, что ли? Ну, чё так долго-то? Разберитесь с этими копьеносцами. Отлично, нормально. Один остался. А, два осталось. Ну, сейчас один останется. Сколько можно-то? Ну все, капут ему. Затащили. Так. Отлично. Сюда этого пошлем. Одного. Да тут можно, в принципе, одними этими решать-то все. И этих опять возьму своих на лошадях, друганов. Так, сзади пойдут. Ну, можно и двух бомжей. Все. О, блин, это ж эти мушкетчики. Я не заметил. Ух, Аллах Акбар-то какой. Но победили, victory, все. Начальника! Что делаете? Привет! Фотографи в фильме. Пипец. Так. Мушкет. А мы в круг возьмем. Да мы вообще тут заминируем все поле. Чё мы? Ссать будем, что ли? И возьмем еще одного с мухой другана, другого с калашом. Все. Отлично. Бомбанули. И тут сейчас бомбанут, да? Капут. Бищ. Отлично.
тут у нас? Да вы больно близко свои войска все расставляете. Я только и делаю, что бомблю да бомблю. Давай это еще поставлю, что ли. Арбалет. Ай, раз. А два что? Ага, ну все ясно. Ну, давай. Коней. Ну все, в бой. Как она косо, что ли, пролетела? Я даже ничего не понял. А, скидыш, скидыш, это все понятно. Как? Что замедлило копье? Какого хрена? Вот рыцари теперь поганые бегают. Хорош, прокачанные рыцари-то, кстати, ребята. Прокачанные уроды. Как можно так косить? Из арбалета-то. Ну, молоток, осталось два, давай. Ну, хоть вы... О боже, почти коню в лоб зарядил. Вообще пипец. Косые. Реклама. Не бойтесь. Оба-на. А у нас тут элитный бой. Левел 30. Что мы тут делать-то будем? Да я думаю, и париться не надо. Хотя у нас тут эпик, эпичный лучник и два спартанца. Я думаю, ничего не будет из этого. И потом я еще... спецназ в дело. Расстрелять. Все, в бой. Что этот эпичный лучник сделает, а? Что он не может? Охренеть, минус два спецназовца. Минус еще два спецназовца. Так он жестокий, падла. Ты что, охренел? Да убейте вы его! Мужик, убей! Ясно. Значит, делаем по тактике жопа. Тут ставим. Тут ставим. Тут ставим. Потом берем еще бомбардиров. И двух спецназовцев, я их так назову. Давай в бой. Отлично, ну хоть этих-то вынесли. Бомбани, отлично. Ну, вынеси, вынеси, уродов. Серьезно? С одного сносит? Да ты въебал. Ну-ка. Эпик. 700 ты стоишь. Очень интересно, а мы тебя приобрести за сколько можем? О, писюн, 10 косарей стоит. Я эту игру могу ломануть, только на планшете я ее ломал, а тут не могу сломать. Так, ну-ка. Ага. Значит, нам надо их замочить количеством. Конечно же, количеством. Чем еще-то? Вот так мы пойдем. Потом два бомбардира. Нет, три. Бог любит троицу. Потом и одна катапульта. Где еще выйдет? Ну должно. Ну давай, в бой, мясо. За русских, мать его! Бля, пиздец, все.
еще хуже. Акия, что если я поставлю сзади такую вот артиллерию? Спереди поставлю бомбардиров. Ну и все. Тащите, мать его. Ну. Наконец-то. Тупи пизды, лучник. Ну, бля, стреляйте. Ёбаный насос. Я уже матом шпарить стал. Все-таки не так просто, как считалось-то на первый взгляд. Что если я просто бомжей с этой... Точно. Мы же с этой стороны еще пойти можем. Вот таким хватом мы пойдем с этой стороны. А сзади будут у нас спецназ. Это у нас первая фаза. Вторая фаза пойдет у нас здесь. Чтобы они охренели от ужаса. Здесь у нас калаш. А здесь у нас бомбочки прям впритык пойдут. Две бомбочки. Я думаю, отлично должно сработать. Ну, забей. Стреляй, мать его. Остались эти писюны. А нас не осталось, да? Кия, чё если я устрою просто жопу? У меня если тут пойдут как подкрепление, тут пойдут, а спереди у меня пойдут. Трое рыцарей и один побежит где-нибудь в саде далеко-далеко, чтобы мы затащили. Какой я сейчас взрыв был? Сука, не пиздец. Тащи, братик. Я знаю, бля. Сука, он аж на шпагат сел. Долговато. Давай еще. Тут поставим. Тут поставим. Тут поставим. Тут поставим. Тут поставим. Еще спереди задницу устроим. Сзади задницу устроим. Нинга. Ниндзю возьму. О, давай. Тыщ, тыщ, ну. Как так-то? Минус один спартанец. Нинга, бой, тыщ. Ну, вынеси. А, отлично. Блин, этот урод, он с одной это шмаляет. Отлично. Бля, это нет. Меня бесит этот лучник. Что делать? Ага, мы ж можем устроить этого. Отвлекалову. Пусть сначала сюда целится. С этой стороны слоны пойдут.
А посередине бом-бом. Ой, не тут. А вот тут. И мы это все так закрепим. Бомжи. Ну, я думаю, самая бредовая команда. Кстати, очень хорошо отвлекает. Где лошади? Да как так-то? Надо что-то сделать задним флангом. А, давай возьмем. Так пойдем, вот вообще вот чтоб. Взрыв, 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 и один только взрыв. Не. Минус два, нам жить катапульту надо хотя бы одну поставить. Улепить хотя бы одну. Давай. Бум-бум, да какой. О, добежал, добежал! Отлично. Давай. Бищ. Мать его. Надо побольше катапульт. А, сбоку. Сбоку. И эту еще возьму. Посередине пусть будет жопа. Давай, взрывай. Неплохо, неплохо. Еще мои-то не доехали. Что делать? А мы, наверное, можем... Делать так для начала, это будет первая волна. Потом мы поставим мушкет. Пусть стреляет. Это вторая волна и третья волна. Такая, и вообще вот четвертая волна. Один спецназовец. Давай. Возьмешь. Отлично. О, как хорошо-то. Тоби пизда, братик. Бля, спецназа нет. Сука, он выносит. А мушкет? Бля, мушкет, сука. Стреляй, блядь. О, бля. Просто хе-хе-хе, одним словом. Ты вообще сдурел, Play Market. В конце. Так. Итак, давай, возьми. Отлично, теперь не отвлекайтесь, и поэтому. Да он пидорас. Да. Уже сколько минут мы записываем? Новые войска набрали.
возьми, пожалуйста. Почти хорошо. Да, да, так-то тебе, урод ты поганый, неужели? Неужели? Ладно, дорогие друзья, такая долгая и мучительная серия была, но мы наконец прошли этот уровень. Всем удачи, всем пока.